Робоняша — это мобильный робот, который умеет гонять по линии, объезжать препятствия и побеждать в боях сумо. В красочной коробке мы собрали 129 деталей. Часть из них — ультразвуковые дальномеры, ИК-приемники и сервоприводы — уже знакомы по наборам Йода и Матрешка. Остальные — корпусные детали, встроенные аккумуляторы — были разработаны специально для Робоняши. На сборку робота уйдет около 2 часов. Чтобы не дать заскучать начинающему инженеру, мы разбили этот процесс на 12 экспериментов. От простых, вроде сборки сенсорных выключателей, к сложным — марсоходам с дистанционным управлением и боевым ботом. Все эксперименты сопровождаются подробными описаниями, цветной схемой сборки, необходимой теорией и готовыми программами. Шаг за шагом мы знакомимся со всеми электронными модулями, и робот становится все сложнее и умнее. Мозг набора — Искра.js. Это миниатюрный компьютер, который говорит на JavaScript. Лаконичные скрипты управляют внешними электронными модулями. Модули подключаются к плате через тройка Shield. Без пайки и дополнительных инструментов. Одновременно можно подключить все модули набора, и еще останется место для будущих доработок. Конструктор безопасен, напряжение питания в модулях не превышает 9 вольт. Если у вас уже есть набор Йода, вы можете использовать его детали для сборки Робоняши. Мы подготовили отдельный набор компонентов для превращения Йода в мобильного робота. Выбирайте свою Робоняшу по ссылкам в описании. Ваш юный инженер-новичок в электронике или закаленный в соревнованиях ветеран робототехники. В любом случае, Робоняша станет отличным подарком. Ребенок найдет в ней увлекательный проект и, возможно, свою будущую профессию.